точно дверь закрыл. Кто там? Разнести его! Ты труп! А! Я тебя вижу! А! Access denied. Access denied. Thank you.
Access granted. Ричард, похоже, у Сэндовала есть секретный бункер. Попробуй его оттуда выковырять. Будем надеяться, он еще там. Йоу, кто там? Йоу, если ты здесь, лучше выходи! Ты опять под кайфом? Похоже, у нас проблемы! Давай! Должен быть где-то здесь. И лучше не возвращайся, тварь! Он должен быть где-то здесь. Тут его нет. Похоже, у нас проблемы! Access granted. Access granted.
Здесь стрельба! Вы должны помочь мне! Приезжайте! Спрашиваю первый и последний раз, Эндрю. Где ученые, которых вы помогли похитить? Я не знаю! Я знаю все про Фема. И что ты удалил датчики. Нет, я ничего не удалял! Клянусь! Операция была слишком рискованной. Они могли умереть. Я только переключил их на другие частоты. То есть датчики все еще работают? Я не знаю. Должны. Ладно, тогда знаете что? Вы мне поможете это выяснить. Мы отправляемся... Выход! Я вас вижу! Наша компания гордится тем, что заботится об окружающей среде. И использует этический подход к исследованию. Ричард, как тебе такое? Датчики все еще работают. Сандовал перевел их на более низкие частоты. Но они могут передавать координаты в любой точке мира. У меня нет техники, чтобы их отследить. Других следов у нас нет, Ричард. Постарайся что-нибудь придумать. Я знаю. Слушай, вход с улицы все еще заблокирован. Возвращайся к себе в квартиру, Малик тебя подберет. Возможно, я что-нибудь соображу к твоему прибытию. Сегодня вечером, после появления в эфире ПИК скандального видеоролика, на улицы многих городов вышли разгневанные демонстранты. В Детройте, Торонто, Мумбаи и Рио-де-Жанейро у дверей таких биотехнологических компаний, как Кусанаги и Шарит Индустрис, происходит возмущение. В видеоролике, послужившем причиной демонстрации, ученые проводили жестокие болезненные эксперименты на суперсолдатах с имплантами. Несколько минут назад Джао Юньчжу, директор Тайюн Медикал, так прокомментировала ситуацию. Хочу, чтобы все в мире знали, что Тайюн Медикал никогда бы не потерпели подобных экспериментов. Наша компания гордится тем, что заботится об окружающей среде и использует этический подход к исследованиям. Мы приглашаем критиков и членов ООН на экскурсию по нашим комплексам. Они лично убедят, что там Access granted. Пожалуйста, отойдите подальше. Вас приветствует автоматический... Сегодня вечером, после появления в эфире ПИК скандального видеоролика, на улице многих городов вышли... Слушай, мне очень жаль. Извини, я погорячился. У дверей таких биотехнологических компаний, как Кусанаги, Исали и Шариф Индустрис, происходят жестокие столкновения. В видеоролике, послужившем причиной демонстрации...
Ученые проводили жестокие болезненные эксперименты на суперсолдатах с имплантами. Несколько минут назад Джао Юньжу, директор Тайюн Медикал, так прокомментировала ситуацию. Хочу, чтобы все в мире знали, что мы в Тайюн Медикал никогда бы не потерпели подобных экспериментов. Наша компания гордится тем, что заботится об окружающей среде и использует этический подход к исследованию. Мы приглашаем критиков и членов... Восстановление системы безопасности. До новых встреч, мистер Дженсен. Отличное расследование, Дженсен. Готов возвращаться в штаб? Да, будем надеяться. Причард нашел эту частоту. Поддерживаю.
Дженсен, для тебя сообщение от Причарда. Он просил передать, что его нет в офисе. Прелестно. Что именно мне нужно сделать? Я не знаю. Он сказал, чтобы ты зашел к боссу. Так и представляю, как все в Тайюн, собравшись у телевизора... Допустим, мы и правда разводим и обучаем солдат с имплантом. И какая, по их мнению, польза в том, что нас держат... Шариф? Дэвид вышел на минутку, мистер Дженсен. Входите, я давно хочу с вами познакомиться. Мистер Дэрроу, я удивлен, что вы знаете, кто я такой. Дэвид вами очень гордится. Говорит, когда дело доходит до расследований, вы словно пес с костью. Уже нашли своих ученых? Что еще Дэвид вам рассказал? За все эти годы достаточно, но сегодня я здесь как друг и ученый. Столько всего происходит, а? Столько людей с революцией в сердцах, а то он требует вмешательства. И все из-за созданной мной технологии. С тех пор многое поменялось. Да уж. А теперь мой друг Дэвид хочет, чтобы я привел нас на землю обетованную. Он просил пригласить членов Совета ООН на Панхею и убедить их, что индустрии не требуется внешний контроль. Это ваш геоинженерный проект в Арктике? Его было бы невозможно создать без модифицированных рабочих. Когда все будет готово, моя маленькая дыра в океане остановит глобальное потепление. Это будет хороший пиар, правда? Если сработает. Ты хочешь сказать, если это не убьет нас всех? Адам, ты вернулся. Мы можем выйти и поговорить? Сынок, беги к вертолету. Ты возвращаешься на остров Хэнша. Фрэнк засек один из передатчиков. Только один? Это? Шевченко. Адам, учти, пришлось надавить на людей в Минобороны, чтобы сделать это. Значит, заговорщики знают, что я скоро буду. Вы Дженсен, да? Начальник службы безопасности. Ваши парни отлично поработали тут, когда начался бунт. Granted.
Босс говорит, мы возвращаемся в Хэнше? Причард отследил сигнал Шевченко. Если он жив, то, может быть, и все остальные тоже. Это большое достижение, Дженсен. Нам уже давно не слабо везет. Как скажешь. Готов отправляться? Реально лишь настоящее. Поехали. Тогда запрыгивай. Плохие новости, шпион. Мальчик-шпион. Транспортное управление Хэнши аннулировало наш пропуск, нас отправляют в другой район города. Мне это не нравится. Но просто забить на это тоже нельзя. Конечно. Китайское правительство, придется подчиниться. Браво, эхо 008. Направляюсь по указанным координатам. Какого черта? У нас на хвосте зенитная ракета. Сбой всех систем! Держись, мы падаем! Прыгай, Дженсен! Малик, у нас гости. Знаю, но вертушка повреждена. Сначала придется ее подлатать. Я останусь и прикрою тебя. Нет, уходи и разыщи доктора Шевченко. Со мной все будет нормально. Ты для них легкая мишень. Не обязательно. Но это твой единственный шанс проскользнуть мимо них незаметно. Так что уходи, Дженсен. Дженсен. Малик. Малик, ты в порядке? Просто царапина, мальчик-шпион, но, кажется, от меня теперь не будет толку. Фарида. Надери им задницу за меня.
самоуничтожение. Дженсен, вертушка в порядке. Я взлетаю. Продолжай это чертово задание. И спасибо, мальчик-шпион. Пожалуйста, девочка-вертушка. Thank you.
Дженсен, я отслеживаю передачу данных в районе Хэнша. Белл Тауэр тебя ищет. Точно. Мы попали в засаду, Причард. Нас вынудили совершить аварийную посадку. Малик чудом успела выбраться. Но они должны были быть... На нашей стороне. Просто держись от них подальше, Дженсен. Если тебя узнают, откроют огонь. Дженсен, это Причард. Ты в курсе последних новостей? У меня слишком много дел, Фрэнсис. Дженсен, Всемирная организация здравоохранения советует всем, у кого есть импланты, обратиться в клиники Протез. С технологией биочипов возникла проблема. Это из-за этого у меня бывают глюки? У всех нас они бывают. Я пока не могу понять, почему. Ты пойдешь в клинику? Надо еще пару тестов проделать. Но так как на тебе я их проделать не могу, а когда ты вернешься, мы не знаем, тебе тянуть не стоит. Решай сам. Я тебя знаю. Это тебя разыскивает Белл Тауэр. Я узнаю тебя по фото. Вы обознались. Если так, что мне за это будет? Я и закричать могу, мне не сложно. Но могу держать рот на замке за пару купюр. Я могу найти и другой способ заткнуть тебе рот. Навсегда. В этом нет необходимости. Теперь-то я вижу, ты намного выше, чем тот преступник. Кто бы сомневался. А теперь вали отсюда. Thank you.
здесь ни при чем. Иди по своим делам. Шевелись. Выходи! Мистер Дженсон, это Хью Дэрроу. Прошу прощения за вмешательство, но Дэвид уверил меня в вашем желании сотрудничать и сохранять конфиденциальность. Мне нужна помощь. Я слушаю. В Хэнша есть мой человек, Мэняо. Она расскажет вам все подробнее. Передаю ее координаты. Тебе здесь не место, друг мой. Будем надеяться, он оправдает слухи о себе.